В администрации прошло вручение ключей от квартир новоселам 31-го дома в 9-м микрорайоне. На торжественной церемонии присутствовали представители семи семей. Ранее они проживали в доме номер 7 2-го микрорайона. С поздравлениями к жильцам обратился глава города Сергей Бурдыгин. В своем приветственном слове он отметил, что переселение граждан из ветхого и аварийного жилья будет продолжено. Еще более интенсивно будет идти строительство именно для вот таких домов, потому что тема актуальна для всего округа, да и не только для округа. На сегодняшний день у нас в городе уже 8 земельных участков передано под жилищное строительство. На некоторых из них уже начались, собственно, работы эти. Еще нам предстоит в ближайшее время сформировать, передать 9 участков под жилые дома. Поэтому я не сомневаюсь, что дальше только будет набирать обороты программы переселения. Участником долевого строительства квартиры в новом доме выступил фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Застройщиком является управление капитального строительства города Губкинского.